картина, которую я покажу на аукционе в феврале 22-й. Гладышева Елена, рыбка Синисея, 37/42, холст масло, 2019 год. Цена аукциона 14 тысяч рублей. Художник Елена Гладышева не считает себя пленаристом. Однажды, путешествуя по Енисею, просто не удержалась от красоты рыбы, которую прямо с корабля на местах стоянки рыбачили ее спутники, и успела зарисовать свежую, только что выловленную добычу из холодных струй реки. Эту рыбу они ели сырой, чуть посолив и запивая такой же, как река, студеной водкой. Что это за такая волшебная рыба, спросите вы? Рыба, за которой так жадно охотились слетевшиеся со всей округи коршуны и ворующие ее прямо с крючка. Рыба эта, хариус, самая красивая, самая вкусная, самая лучшая рыба на свете. Вот такую картину мы покажем вам на аукционе. Вот. Если кто-то тоже любит рыбу хариус так же, как и я, делайте на нее заявочки.